Все мы куда-то торопимся, боимся опоздать, не сделать запланированного, и при этом не всегда успеваем поблагодарить за что-то своих близких, родных, знакомых. Проходит время, и все забывается. Но как приятно становится на душе от простого слова «спасибо» не только тому человеку, к кому оно обращено, но и тому, кто его говорит. Ой, я могла сказать спасибо, во-первых, родителям за то, что они родили, воспитали меня. А еще, наверное, мужу своему хотела бы сказать спасибо за то, что он меня так сильно любит. Ну и детям спасибо. Вот, наверное. Еще учителям, конечно, которые вот меня по жизни не только в школе, а вообще, которые меня по жизни учили, скажем так. Я бы сказала своей тете Лев Зайцевой Левтине Михайловне. Очень хорошая тетя, помогает нам во всем, сидит с моими детьми вместо бабушки. Очень прям вот привет ей. Вежливость ценилась во все времена, ведь слова благодарности имеют магическую силу. С их помощью мы передаем друг другу радость и положительные эмоции. Спасибо могу сказать, ну кому? Своим родным и близким, ну супруге, ну еще с кем я работаю. Говорю спасибо всегда и всем. Родные мои самые лучшие, друзья и знакомые, всем спасибо большое за то, что бережете меня и цените. Мы с Украины. Хочу большое спасибо сказать русскому народу за то, что мы... Ну, они нас, мы не знаем от них никаких притеснений, даже за то, что они очень к нам хорошо относятся. Что же это за слово такое и откуда взялось? Не помню, я честно не скажу. Это привычка такого человека, который адекватный человек, который будет говорить спасибо за помощь. Ну или просто так, за то, что кто-то есть. Я думаю, это от «спасибо вас Бог», сокращенное. То есть вот его укоротили, и получилось «спасибо». 11 января – Всемирный день спасибо. Произносите это слово и говорите от всей души, ведь в нем есть нечто такое, что дарит нам крылья порой за спиной. Давайте же чаще его говорить. Над серостью будней легко, чтоб парить. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.